选择题，选项没有 ABC， 都说答案在心里，脸红的吸引力，哦，这么简单看起不用我说明，期待你说一句确定，我不再怀疑，你的公转把我吸引，我的思想为你不停，每时每刻牵手一起，不用再怀疑，这就是爱情，百分百确定。我微笑眼睛，甜蜜的回忆。这就是爱情，电话过了心。Oh baby， 对你的爱就要珍惜。珍惜。干杯！干杯！啊？Ты выгнала Муяна? Нет. Как я могла? Он сам ушел. Сегодня наш девичник. Он сам все понял. Ты не могла пригласить нас поесть вкусной еды? А что не так? Я хочу поесть с вами дома барбекю. Потому что перед теми, кто меня правда любит, мне не нужно притворяться. Правильно? Вы правда собираетесь пожениться? Определенно. Абсолютно точно. Никаких сомнений. А как же твоя карьера модели? Плевать. Я все обдумала. Карьера — лишь часть жизни. А без любви — никуда. Ты стала говорить умные вещи. О чем ты? Хочешь сказать, я не образована? Предупреждаю, я прочитала «Куриный бульон для души». Посты на Вейбо. А что не так? А как у тебя с Лусинченом? Он занят в студии. Каждый день с Дзан Ян. Снова с этой ведьмой? Она мне не нравится. Но, думаю, Лусинчен ею восхищается. Она и правда талантлива. Лусинчен часто соглашается с ее мнением. А что насчет тебя? Он не согласен с любыми моими словами. Ты не можешь быть уверена. Иногда парни говорят девушкам, которых любят, что они им не нравятся. Давай так, я помогу тебе преподать ему урок. Не нужно. Думай лучше о себе. Оставь на меня свое свадебное платье. Я создам его для тебя. Правда? Ты должна сделать его суперкрасивым. А Муян? Акция 1+1, и ему сделаю костюм. Настоящий друг. Почему ты не рада слышать это? Тебе не нравится? Это не так. Ты собиралась использовать этот шанс, чтобы помирить Лусинчена и Муяна? Ты тоже этого хочешь? Я хочу, чтобы Лусинчен сделал костюм для Муяна. Но зная характер Лусинчена, думаю, это будет сложно. Оставь это мне. Давайте, сестрица. Я тоже с вами. Лусинчен. Так, ты не разговариваешь со мной, пока не выпьешь. Я же говорил, что не люблю видеть тебя пьяной, понимаешь? Я пила, потому что сегодня хороший день. А ты в курсе? Вэн Си и Муян женятся. 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 Вот что значит инициатива. Это импульсивность, ясно? Забудь. Муян не впервые так себя ведет. Знаешь, когда мы с ним познакомились? Вы познакомились и... Что дальше? Расскажи мне об этом.
Какими вы тогда были? Когда мы с ним познакомились, знаешь, что он спросил у меня первым? Эй, ты со мной разговариваешь? Да, с тобой. Почему рисуешь меня? Ты должен получить мое согласие на это. Что это? Подарок на наше знакомство. Зачем ты даешь его мне? Мы стали друзьями после этого. Теперь у нас все общее. Тогда держи мой мяч. Давай играть вместе. Так вы, ребята, друзья детства и лучшие приятели. Что ты вечно болтаешь? Значит, ты пришла сказать мне, что Муян женится на Вэнси? Что значит Муян женится на Вэнси? Это Вэнси выходит замуж за Муяна. Вэнси сделала ему предложение. У тебя совсем нет инициативы. Всегда ждешь первого шага от девушки. И еще. Я пришла спросить у тебя. Ты сделаешь костюм Муяну? Он не пригласил меня даже. С чего бы? Разве вы не друзья детства и лучшие приятели? У меня нет друзей. И даже если сделаю костюм, он его не наденет. Если ты его сделаешь, он наденет. Тогда решено? Ты согласен? Я не соглашался. Ты согласен в глубине рта? Согласен в глубине души. Нет, ты согласен в глубине рта. Для первой работы в университете ты должен выбрать значимую модель. Как насчет меня? Моя фигура прекрасна, как у профессиональной модели. Это работа будущего лучшего дизайнера Лу Синченя. Конечно, моделью должен быть я. Уверен? Давай уже. Не двигайся. Лу Синчень, почему ты такой холодный? Ты совсем не благодарен другу, помогающему безвозмездно. Господин Лу, можешь вкладывать эмоции в свои работы. Иначе какая разница между мной и манекенами? В твоих глазах я настолько обычный. Раз мы с тобой так долго дружим, может, добавишь меня в свой дизайн? Вообще-то, модели не должны вмешиваться в процесс. Давай это будет подарком за мою помощь. Подарок? Да, ты можешь добавить наш символ дружбы. Тогда я смогу показать людям, что одежда была сделана моим лучшим другом. Это же честь, да? Для тебя. Кто мог подумать, что ты уже женишься? Посмотрите, вам нравится? Я могу вам помочь. Хорошо, порекомендуйте мне. Это более скромные, и у него есть 3-метровый шлейф. Да? Всего 3? Я хочу длиннее. Если хотите, у нас есть. Взгляните. Это классическое. Да, этот дизайн более традиционный. Вот, взгляните поближе. Оно точно более классическое. Почему мы не можем просто поговорить? Это платье итальянского дизайнера. Муян, как тебе это? Красивое. Правда? Не слишком закрытое? Муян. Минуту. Помоги мне. Муян, что-то не так?
Ничего. Ты все проверил? Да. Завтра я подпишу все приглашения. К вечеру будет готово. Ты так долго проверял? Мои тоже? Господин и госпожа Му, вы решили насчет платья? Наши визажисты и стилист создадут вам образ под платье. У нас не так много времени. Снова меня подгоняют. Выходить замуж так сложно. Больше никогда не хочу выходить замуж снова. А за кого еще ты собралась? А ты как думаешь? Откуда мне знать? В этой жизни ты для меня единственный. Значит, мы поженимся во что бы то ни стало. Правда? Да. Потом пофлиртуйте. Давайте быстрее выберем платье. Ладно, вы не замужем? Кстати, список гостей. Мне нужно согласовать его. Так как вы оба знаменитости, гостей нужно тщательно отобрать. Поскорее разберитесь. Хорошо, я понял. Я все подготовлю и скажу к вечеру. Хорошо, тогда выберем платье. Идем, выберем платье. Я все не могу решить. Иди сюда. Идем уже. Хочу примерить все платья и быть самой красивой невестой. Посмотри на это. Приглашение для Лусинченя. Брат Бао, ты сегодня хорошо выглядишь. Сфотографируемся? Конечно. Давай, давай. Спасибо, брат Бао. Неплохо, дай посмотреть. Что случилось? Ты не радостная? Нет. Смотри-ка, надулась. Как мышь на крупу. Скажи мне, что с тобой? Я помогу найти решение. С чего мне быть нерадостной? Я серая мышка, никто меня не замечает. Чего уж там? Я тебя замечаю. Сегодня у твоей тарелки лежит не телефон. Что это? Что же? Приглашение на свадьбу Вэн Си. Смотри, какой Муян инициативный. Так быстро сделал предложение, они все подготовили за месяц. Посмотри на них. И что такого? Будь это я, справился бы за пару недель. Мне просто не с кем. Вэн Си сказала мне прийти с парой. Не знаю, кого бы пригласить. Прийти одной будет неловко. Раз уж мы об этом заговорили, скажи, ты не занят? Конечно, если занят, забудь. Я привыкла ходить одна. Это же свадьба Вэн Си. Никто не заметит. Никакой неловкости. Если придешь, Тун Сяою и Вэн Си будут спрашивать потом про наши отношения. Придется объясняться. Эти две приставучки не отстанут. Забудь, слишком сложно. Отдай. Я пойду. Я свободен. Кстати, я бы хотел послушать, как ты будешь объяснять им это. Нет-нет, я не это имела в виду, не пойми неправильно. Я пойду с тобой. Я не бросаю слов на ветер. Что делаешь? Я думаю о свадьбе Вэн Си и Муяна. Она уже скоро. Думаю... Отойди. У тебя может не хватить времени на создание костюма. Вот почему я пришла предложить помощь. Помощь с чем? Я все обыскала, но так и не нашла эскиз костюма. Куда ты его положил? Я хочу взглянуть в образовательных целях. Вон там. Неправда. Только не говори, что ты его не делаешь. А я говорил, что сделаю. Они же ждут его от тебя. Если твоя мелочность повлияет на их свадьбу, это будет плохо. Тогда быстрее скажи Вэн Си, пусть подготовит костюм. Как она успеет его достать? Они уже приглашение разослали. Я не получал.
Что-то еще? Нет. Алло. Вы идеальная пара. Я работала со многими парами, но вы точно самые красивые. Мне даже делать ничего не надо. Хорошо, подготовим следующее. Тебе нравится? Нравится. Конечно, нравится. Тогда почему ты такой грустный? Я? Возможно, я немного устал. Не скрывай от меня ничего. Это из-за Лусинчена? С чего бы? Тебя волнует костюм? Лусинчен никогда не держит обещаний. Так что костюм... Забудем об этом. Муян, ты думал о том, чтобы поговорить с ним? Все эти годы вы не разговаривали. Но Лусинчен тихо поддерживал тебя и защищал. Я немного ревную. Ладно, давай радуйся. Я красивая? Слишком красивая. Давай сделаем фотографии. Давай завтра. Сейчас. Сейчас? Прямо так? Конечно. Улыбнись. Сяою сделала костюм для Муяна. Как тебе? Отвратительно. Неплохо. Имидж компании не становится лучше. Новый проект тоже не идет гладко. Если выпустим новую коллекцию, это большой риск. Предлагаю сократить потери. Пока проблем не стало больше, нужно это остановить. Что думаете, директор Лу? Вопрос общественной реакции в этот раз сложнее. Арт-директор Лу, как заинтересованное лицо, вы можете предложить решение? Директор Лу всегда решал проблемы. Конечно, раньше он вел два новых проекта одновременно. Для нас это не впервой. Кстати,
Разве не арт-директор Лу сделал эти проекты успешными? Из того, что я вижу. Нам нужно дать ему шанс в новом проекте. Возможно, мы сможем изменить ситуацию. Давайте так. Пусть отдел финансов сделает анализ бюджета. А мы пока остановим проект. Мы обсудим все снова, когда придут данные. Совет директоров, вы согласны? Хорошо, так и сделаем. Хорошо, остается только это. Передай в отдел финансов. Прощай, холостяцкая жизнь. Я выхожу замуж. Кто мог подумать, завтра ты станешь замужней женщиной. Тебе не хочется меня отпускать, да? И правда, будто свою дочь замуж выдаю. Вот поэтому надо было меня раньше ценить, а теперь уже поздно. Мой Ян сделает меня счастливой. Почему ты такая зануда? Давайте не будем об этом. Теперь твоя очередь, Тун Сяою. Когда ты выйдешь замуж за Лу Синчена? Я? Между нами стоит огромная гора по имени Дзяньян, которую мне нужно преодолеть. Дзяньян — ведьма, злобная ведьма. Неважно. Я читала в книге. Ревность — это топливо для любви. Что за книга? Неважно. Важнее, что когда Лу Синчен придет завтра, я заставлю его сильно ревновать. И тебе не придется волноваться за свои отношения. Это моя головная боль. Я не могу заставить Лу Синчена пойти к тебе на свадьбу и сделать костюм Муяну. Вы завтра будете разочарованы. Прости. Не принимается. Не верю, что ты придешь, а Лу Синчен нет. Вот увидишь. Давай. Муян написал это приглашение для тебя. Бери. Ты должен прийти завтра на свадьбу. Синчен, я должна была извиниться перед тобой. Сегодня я пришла попросить прощения. Я устала говорить, что у меня не было выбора. Это неправда, и ты это знаешь. Неважно, какой была ситуация, я не должна была тянуть тебя вниз. И еще... Спасибо. Не за что. Это уже в прошлом. Из-за прошлого я заставила тебя многое потерять. Поэтому в этот раз я не могу дать тебе потерять лучшего друга. Ты можешь поговорить с Муяном? Если простил меня, почему не можешь простить ему Яна? Он тебя не обижал? Это разные вещи. Почему разные? Почему вы оба не решительнее меня? Забудь. Я ухожу. Я должна завтра выглядеть самой красивой. Пойду отдыхать. Ты должен прийти. Я пошла. Муян.
Невеста такая красивая. Милые десерты. Кроме жениха, есть и другие красавчики. Я немного нервничаю. Почему? Платье очень красивое, мне нравится. Это отлично. Сестра, помоги с макияжем моей подруге, чтобы была красоткой. Хорошо. Не нужно, я уже готова. Это ты называешь готова? Мало ли что. Так ты не привлечешь Лусинчена, понимаешь? Я приготовила тебе сюрприз. Сестра, быстрее помоги, чтобы была богиней. Быстрее, быстрее. Давай, ярко-красные губы, красные. Ты пришел? Это для Муяна и Ванси. Хорошо, я отдам им позже. А это для тебя. Для меня? Я подумал, что раз дарю что-то другим, то и тебе нужно. Давай мне, я отдам. Хорошо. Найди пока место. Ладно. Смотри, чили идеально получились. Да. И внешне, и на вкус. Ну как? Отлично. Поедим сегодня вечером. Дядя, тетя. Сяолу пришел. Я проголодался, увидев это. Давно я не ел домашней еды. Специально приехал издалека встретиться с вами. Я только о тебе подумала, и тут ты появился. Правда? Для чего это? Для рыбы. Послушай, ты пришел очень вовремя. Дядя хочет приготовить острую тушеную рыбу. Острую рыбу? Да. Сегодня я покажу тебе, что умею. Дядя, а вам идет это? Давай, входи. Давай, проходи. Е-е-е, вкусная еда. Это не домашняя кухня. Это мое особое блюдо. Острая тушеная рыба. Ты в хорошем настроении? Конечно. Садись, Сяолу. Давай, садись. Сделай чай, Сяолу. Спасибо. Съешь апельсин. Посмотрим. Сяолу прислала фото со свадьбы. Как красиво. Посмотри. Дорогой, посмотри. Смотри, какие рядом красавцы. Сяолу, будь осторожна. Не говори с незнакомцами. Что ты говоришь? Сяолу, смотри. Красивая у меня дочка. Лусинчен, хорошо смотришь. Видишь меня и Сяолу? Мы сегодня самые красивые. Тебя все нет. А знаешь, сколько парней спросит номер Сяолу? Ничего не могу поделать. На свадьбе может произойти что угодно. У смотри, меня смотри. Сегодня свободный день от тебя, да? Что за парни вокруг? А что не так? Сяолу нравятся красавцы. Красавцы опасны. Они могут использовать ее. Правда? Но ведь... Дядя, тетя, простите, я тут вспомнил, что у меня дела. Я пойду. Передавайте привет Сяолу. Но ты даже не поел. Дядя, тетя, я приеду еще. Кладу трубку. Он наверняка пошел к Сяолу. Теперь успокоился? Такая эффективная тактика. Я же умнее тебя. Зачем ударила? Болит теперь. Болит? Быстрее сядь. Здесь болит? Очень. Послушай, я недавно заметила, твой желудок становится все хуже. Идем со мной в больницу, проверим все. Да ладно, я приму лекарство. Не нужно. Нельзя просто постоянно принимать лекарства. Ты должен провериться. Привет. Привет. Ты подруга Вэнси. Не видел тебя раньше. Вкусный напиток.
Попробуй мой. Давай я. Прости, я опоздал. Вкусно. Спасибо. Веселишься? Вполне. Вполне? У тебя улыбка до ушей. Я точно тебе нравлюсь. Когда меня нет рядом, ты тут же начинаешь заигрывать и флиртовать с другими. Дун Сяою, не забывай, как призналась мне в чувствах. В тот день ты сказала: «Лу Синчэнь, ты мне так нравишься. Я жить без тебя не могу. Помнишь?» Я хочу сказать кое-что важное. Ты мне нравишься. Ты мне нравишься. Так сильно нравишься. Не просто нравишься. Я так скучаю по тебе. А где Вэн Си? В комнате невесты. Идем со мной. Давай. Дай руку. Я так нервничаю. Смотрите. Поздравляю. Спасибо. Я забираю Сяою. А? Лу Синчэн, я... Раз уходишь, то и вещи свои забери. Подними. Не буду. Они же не подерутся? Мне не нужна твоя паршивая одежда. Кажется, они дерутся. Нам их остановить? Нет-нет, думаю, им стоит подраться. После драки все будет хорошо. Кому нужны твои тряпки? Я хотел отдать костюм. Что тебе не нравится? Лу Синчэнь. У меня есть деньги. Я могу позволить себе костюм. Не нужно было мне его шить. Тогда сожги. Лу Синчэнь, ты самый эгоистичный человек на земле, понимаешь? Я дружил с тобой с детства. Прошел огонь и воду. Сегодня ты пришел и ушел. Я тебе кто? Будь я эгоистом, разве пришел бы? Ты когда-нибудь повзрослеешь? В этом мире только ты считаешь высокомерие признаком взрослых. Не знаю, является ли высокомерие взрослостью, но считать себя умным точно по-детски. Боже!
Кому нужны твои тряпки? Они точно не парочка? Лу Синчен пришел украсть у тебя жениха? Но когда дерутся, они выглядят так мужественно. Вы-то в порядке? Им обоим нужна драка. Все закончится, и все будет в порядке. Вообще, Муян хорошо дерется. Лу Синчен тоже неплох. Отпусти.就思念你在我心里。